В прошлый раз мы остановились на моменте, когда решили забраться в пещеру. Ну что ж, давайте с этого момента сегодня и продолжим. Поехали. 22:00. Так. Джонас? Джонас? Где эта сволочь, Джонас? Так, ага, свет у нее прямо из груди. Во как оно. Понял. Интересненько. Да, такого я не ожидал. В прошлых платформерах, которые мне доводилось попроходить, такого не было. Да, вот это интересно. Неожиданно, я бы сказал даже. Так, хорошо, так. Давай, Алекс. Алекс говорит, Алекс, чтобы она шла. Да. Опа. Джонас, это не смешно уже, где ты? Так. А, да, блин, все. Я затупил. Немного не привык еще к такой фичуле. А, блин, я думал, это вода. А оказывается, нет. Террасия, она, блин, лазит по скалам. Вот эта девочка. Супер вообще. Так, хорошо. Обломки. А. Зачем кому-то приносить сюда пепельницу или ручку? Честно говоря, хз. Так. Граффити. Видел я мужика, сущий кабель. Ага, понятно. Ты что, меня не слышал, как я тебя звала? Господи, ты меня напугала. Ну, прости, что я убежал. Мне показалось, будто я тут кого-то слышал. Но, как видишь, очевидно, тут никого нет. Но разве это место не поразительно? Нет, здесь красиво. Слышишь, именно это я и услышал. Как будто это человек, но почти, да? Немного. Так, если мы сейчас тут останемся, то будем идиотами, так ведь? Мы сейчас как дебилы в ужастике. Да нет. Ну, может. Где-то тут был свет, я хотел бы узнать, как он появился. И из чего она сделана, это лед? Не знаю, некоторые ее стены холодные. Что за... Во, да как оно... Ты же тоже видишь плавающий светящийся треугольник, да? Да. Если не считать треугольник, этот шкаф самое безумное, что здесь есть. Как он сюда вообще попал? Да и здесь же повсюду вода, а он совершенно не заржавел. Знаю. Думаю, это все связано с тем, что ты настроилась... блин, не знаю, я не успел прочитать. Закрыто, кажется. Ага, я уже пытался. Используй радио, может появится какая-нибудь частота. Хорошая идея, может он начнет танцевать или дергаться, или еще что-нибудь делать. Сделай это. Давай, настало твое время, радио.
Алекс, давай уже, я хочу посмотреть, что произойдет. Да я тоже хочу. Особо пока что-то ничего не происходит. Ты хочешь, чтобы я умолял тебя? Да заткнись, сука. О боже! Это ты так сделала? Наверное, да? Погоди, почему ты остановилась? Мы даже не знаем, что это за штука. Да, именно поэтому давай и узнаем. Пожалуйста, Алекс, настрой радио. Я не догоняю, как куда его настраивать. Я даже не могу, ну что это? Заткнись! Так, треугольник? Так, это, блин, капец интересно. Чё за... Чё происходит вообще? Блин, были бы еще хотя бы какие-то подсказки, куда его настраивать. Ёб твою! Какого? Здравствуй, дорогая. Поздоровайся и ты со всеми. Привет. Сонная девочка, все хорошо. Надеюсь, ничего не изменилось. Не знаю, можно ли уйти. Это безумие. Кто же вы? Послушай, Бобтейл, лысый хвост, спать. Можно ли уйти? Может быть, я не знаю. Бобтейл, оставьте детей моей матери, скоро их найдут. Алекс! Джонас! Ёшкин! Что это? Так, у меня один вопрос. Чё за хуйня сейчас была вообще? Я чё-то пока нихера не понял. Так, давайте посмотрим, что будет после загрузки. Алекс? Алекс? 23:00. Алекс? Ты в порядке? Что произошло? Весьма хороший вопрос.
Слушай, я так скажу, я без понятия, что там произошло. Но на вывеске написано, что это старая вышка связи, и не знаю, как тебе, но мне кажется, забраться по лестнице, вызвать кого-нибудь и смотаться отсюда к чертям. По-моему, это даже увлекательно, нет? Увлекательно? Алекс, мне, знаешь, чтобы назвать все это увлекательным, нужно сначала разобраться, что вообще происходит. Ай, ну ладно. Так. Погодите, тут карта была. Блин, я хотел на нее глянуть. Минутку, чувака звали майор Дик Хардин? Дик Хардин? Дик это член, если чё. А, вот теперь понятно, почему я это запомнила. И да, хочу прояснить сразу, я не против небольшого унижения, если оно уместно, но если это чья-то шутка или подкол, я весьма не в настроении. Джонас, что, думаешь, я каким-то образом нас сюда телепортировала? Если бы у меня была хоть одна десятая тех неведомых сил, то я бы не новичков мудохала. Просто молись, чтобы в башне связи была рация или что-то типа того. Погоди, Джонас, серьезно, что произошло? Мое радио, видимо, открыло что-то, из-за чего это что-то произошло? Что-то? И это было весьма, черт возьми, страшным и ужасным, так что давай сразу перейдем к части, где мы сваливаем с острова. Не-не-не-не-не, у нас еще целое прохождение впереди. Вид! Я вижу пещеру, но раны остальные куда-то исчезли. Как думаешь, что с ними? Наверное, то же, что и с нами. Их телепортировало на другой конец острова. Класс. Открыть. Закрыто. Да я попробую. После вас. Премного благодарен. Помочь? Просто верь в меня. Так, а вот тут я вижу открытое окно. Бля. Нужно сказать, впечатляет, как ты это сделал. Немного давления, и пластиковая карта подходит большинству старых замков. Ха, круто. О! Так, механизм. Что за механизм? Как эта штука... Внимание, держитесь подальше от борта судна. Оно имеет повышенный уровень чего-то там. А знаешь, обычно я нахожу такие вещи интересными. Я рада, что тебе нравятся подобные вещи, потому что для меня это просто пережитки. Причем тут пережитки? Пережитки, ну то есть старье. Генератор. Теперь ограда не должна быть под напряжением. Отлично, но сначала я все же кину в нее палкой. Без обед. Ты что, мне не доверяешь? Лампочка погасла. Я доверяю тебе, но знаешь, если ограда убьет меня, дело будет не в доверии. Рация. СОС? Мэйдэй? Мэйдэй? НПО? НПО? На помощь, опасность. Помехи. Не работает. Успела с кем-нибудь связаться? Кажется, там кто-то был, но я не уверена. Охуенчик, скажем так. О, телефон. Здесь телефон, а рядом с ним записка. Не функционирует. Для дальнейшей работы наберите станционный код. Нифига. А-а-а!
господи! Ёб твою мать. Скажи, я серанул. Алло? Алекс? Рен? Господь! Господь всемогущий, слава Вишну, я... Вы двое полезли в ту дыру. Черти что, я понятия не имею, что произошло. Я очнулся около 15 минут назад. Я видел свет в этой вышке. О, вы знаете, как названа в честь парня Дик Харден она? Рен, как ты дозвонился? Телефоны здесь не работают. Тут код написан на бумажке, но это не обычный телефон, с него не позвонить. И я у путевой станции или где-то в лесу. С тех пор, как вы ушли в пещеры, начала твориться какая-то жесть, хрен разберешься. Рен, ты в порядке? Ну, физически, конечно, потому что разумом ты, скорее всего... Не, я не в порядке, разве похоже, что я в порядке? Или похоже, что нет? Скорее всего, что нет, да? Минутку, кажется, звонок на другой линии. Стой, Рен, кто-то звонит на другой линии. Подожди минутку, я проверю, кто это. Ладно, ну давай быстрее, серьезно. Алло? О, боже мой, Алекс, почему ты не... Почему ты ответила, поэтому здесь написано, что это аварийная линия. Где ты сейчас, Клариса? Я в башне связи, Клариса, а ты где? Я не знаю, где-то в форте Милнер. Не знаю, почему я... Я совершенно не помню последний час. Я пыталась вызвать кого-нибудь, но я в комнате с радио, которая... Тут сказано, что она может связаться с камином, но я... Да, конечно, будем через минуту. Хорошо, только поскорее, ладно, тут как-то... Я не знаю, я слышала что-то снаружи. Форт Миллар выглядит огромным на карте. Рен, ты еще там? Нет. Да уж, это было слишком просто. Ты сказала Кларисе, что мы идем. Сперва смотаемся до форта, проверим радио. Рен был каким-то не таким, как обычно. Не знаю. Смотри, решать тебе. Можем махнуть через лес и подцепить Рена, а потом пойти к форту и проведать Кларису. Это твои друзья? Рену мы нужны больше, и он прибьет меня, если узнает, что мы сперва пошли к Кларисе. Звучит логично. Ага. Так, Рен... Так, как нам добраться к Рену? Ага, сейчас выйти отсюда, подняться сюда... А не, стоп, бля... Черт, если честно, я не втыкаю, куда мне идти, ладно. А, стоп, по-моему, тут можно пройти. Хорошо. Так, Угу. Так, наша спасательная операция официально началась. Давай покончим с этим и свалим отсюда, как крутые ребята. Да, именно. Так, блин, а игрушка-то классная. Так, чувак, ты идешь, не? Пускаются они, конечно, не быстро. Ну ладно. Мы вроде никуда не спешим. Наверное. Так что по чуть-чуть будем добираться к Рену. Ну, блин, вот чего-чего, а мистики в эту игрушку запихнули ого-го сколько. От души прям. Так, ты какого хера там встал? Ага. Да, мы тут немного ограничены в передвижении. Ну, хорошо, давайте пойдем, короче... Так, на помощь Рену. Блин, ну и музяка тут прикольная. Какая восьмибитная. Так, электрический забор. Так, все, открыли. Супер. Идти к полю просвещения. Идем.
Так, я в принципе надеюсь, что мы хотя бы куда-то туда идем. Я надеюсь. Но хрен его знает. Ну и как ты? Нормально вроде, а что? Да так, проверяю. Ладно. Как ты? Могло быть и хуже, но мы ведь справимся и станет лучше. Так, вот и поговорили. Ага, карта у нас на этом. На контроле. Блин, блинский блин. Ага, все, я понял, да, я иду туда, куда надо. Погнали. Давай, беги, беги. Локации тут довольно-таки маленькие. Значит, нас часто будет пересохранять. Так, ну хорошо, хоть что-то полезное в этом есть. 0-0, я даже не задумывался о том, что здесь столько деревьев. Хочешь вернуться? Нет, я просто хотел сказать, что все так нехило разрослось. Это еще цветочки, вот увидишь. Да, я-то думал, что это всего лишь парк. Я просто хочу быть уверенным, что ты знаешь, что мы куда мы идем. Да, конечно. Нам через реку, потом через лес, как в песне. Да, ну, в песне лошадь знала, по какой дороге вести сани. Да, и в нашем конкретном случае я благородный конь, который живо приведет нас к дому бабушки. Ублю! Стой, господи, какого черта ты прыгнула? Расслабься, тут не так уж далеко прыгать. Это чуть не... ладно, черт. Знаешь, это место навевает жуткие воспоминания о парке или лесе, рядом с которыми я когда-то жил. Что ж, я не удивлена, парки везде одинаковые, если только ты не в штате Юта. Да, я знаю, но у него есть свой шарм или типа того. Мой отец был счастлив переехать сюда. Он говорит, что школа безопаснее. Господи, как много они говорят. Так. Да, в принципе, мы идем куда-то туда. Ой! Обратно! Есть! Дебил, ты куда погнал? Так, нам сюда. Здесь есть фуникулер? Это не фуникулер, это переправа. Переправа? Похоже, ее строили военные. Ведь есть правила насчет того, что можно строить в заповедниках. Может, так проще было определить границы? Выглядит неприветливо. Слушай, страшновато, да, но Рен ждет нас. Да-да, я знаю, знаю. Кажется, это двигатель даже не теплый. Да, только нет. Оно не... Может, я что-то делаю не так, но оно не работает. Света нет? Мне кажется, эти лампочки горели бы, будь тут электричество. И, собственно, и что мне делать?
О, стоп. Тут какой-то дом есть. Ты смотри, текстурки даже почти не проходят один сквозь другого. Дверь. Электрическая подстанция 1.6. Что-то там. То, что нам нужно. Ладно, это странновато. Почему тут не заперто? Не знаю, монстры? Монстры, таков твой ответ. Пока что. О, генератор. Я нашла переключатель. Стой, во-первых, тут написано «Опасайтесь перегрузки». Не пытайтесь осуществить перезапуск без диспетчера. Я справлюсь, просто скажи, что нужно делать. Давай я все сделаю сам. Ну ладно, спасибо. Без проблем, просто если кто-то из ваших окажется поблизости, ну типа ран, если кого и должно стукнуть током, пусть это буду я, а? Правильно. Ну ладно, терять нечего. А чё случилось? Не знаю, может, это не та кнопка? Тут только одна кнопка. Эй, не переживай, все окажется очередной забавной историей, которую мы расскажем родителям, когда вернемся домой. Если вернемся. Так. Собственно, в доме больше ни хрена нет. Выходим. Чё? Быть не может, тут заперто. Ничего, мы просто... Должен быть другой способ вернуть электричество. Слушайте, но я слегка не догоняю. Какой тут может быть другой способ? Если тут ничего не подсвечивается... Окей, и чё, куда? А, всё! Допёрло, радио же есть. Я что-то немного о нем забыл. Хорошо, в эту сторону ничего не происходит. Крутим в другую. О! О! Это... Боже, я не слышал этой мелодии целую вечность. Моя мама! Меня уже задолбали эти приколы. О, отличненько. А теперь погнали. Эй, ребята, двери откройте, а? О, спасибо. В принципе, несложные загадки. Разве он тут стоял? Алекс? Не смешно, не смешно! Оно того стоило. Ну и ночка, а? Да, прости за все это. Не-не, я не говорю, что кто-то виноват. Никто не виноват. Гудит как барракуда. Барракуды не гудят. А это гудит. Да.
Аллилуйя, слава богу, идти в лагерь! И они пошли в лагерь.